Tormented soul, лишь рак. Страдания окружают меня. Страдания населяют меня. Страдания будут со мной. И да сразим мы наших врагов. Они никогда не поймут нашу боль. А ты? Нет. Ни одна душа не способна на это. И за это мы заставим их страдать. Страдать так же, как страдает моя душа. Да мне пофиг, у меня сатаник, давай драться. Вообще пофиг. Сатаник включил, Хускара победил. Изи. Я тупо мамкин мапхакер. Оу, попал. Я помогу. Что, ты меня убить собрался, что ли? В сказку попал? Опача. Так меня что, убивать собрались? Стан главное откинуть, дальше пойдет. Хорошо. О, ну нету сатаника, кстати. Хорошо. О, бунтер. Хорошо. Печально все это. Дай жить. Шаду финт. Просто крипиус. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас гайд на Лишрака. А это значит, что сегодня мы узнаем, как работают его способности. Как работает Split Earth, как работает Diabolic, как работает Lightning Storm и как работает Пульс снова. Друзья, тянуть не буду, гайд получился интересный, поэтому обязательно поставьте лайк. Кто не подписан, подпишитесь, и мы начинаем. Первое, с чего, друзья, хотелось бы начать, конечно же, эту теорию, это то, что у Лишрака тоже очень большие время кастов, такие же, как, в принципе, у ТХД. На первый и на третий спел очень большое время каста, а именно 0.35 секунд, это очень много. Ну и что ж, давайте уже перейдем к теории, чтобы более лучше понимать данного персонажа. Первая способность у нас Split Earth. Прокачиваем данную способность, хоткей у нас Т, эта способность имеет свои АОЕшки, свой урон, имеет свою дальность применения. Смотрите, дальность применения 750 единиц, давайте закастуем, вот такая вот у нас по ходке АОЕшечка прикольная, и давайте применим. Закидывается туда, смотрите, оппоненты ушли в стан, и опа, все, закончилось это действие. Что у нас будет происходить, когда на оппонентов будет вот эта АОЕшка направлена? Конечно же, они будут у нас уходить в стан. Стан у нас на каждом уровне прокачки одинаковый. Что ж, давайте разберем некоторые моменты, которые у нас даются по уровням прокачки. Первое, это то, что у нас тут увеличивается урон с уровнями прокачки. Второе, увеличивается АОЕшка, это самое главное. Посмотрите на первом уровне, какая маленькая АОЕшка. Эта АОЕшка составляет всего 150 единиц. На втором левеле будет 175 единиц, на третьем 200 и на четвертом 225, а АОЕшка у нас будет вот это вот немного побольше. И урон, конечно, у нас будет такой. 120, 180, 240 и 300 урона на ласт уровне. Длительность оглушения, как я уже говорил, 2 секунды. Калдаун 9 секунд. И, конечно же, монокосты у нас будут такие. 100, 125, 140 и 160 единиц маны. Данная способность у нас разрушает деревья. Данная способность у нас не работает в БКБ. Это у нас магический урон. В принципе, тут по этой способности больше нечего рассказывать. Очень хорошая дальность применения. Очень хороший массовый спел. Не считая вот этой задержки, способность очень даже хорошая. И хороший стан. В принципе, все. Поехали на вторую способность. Итак, друзья, следующая способность в нашем персонаже это Диаболики. Хоткей у нас С. Данная способность активирует вокруг персонажа в АОЕшке 500 единиц взрывы. 40 взрывов в течение 10 секунд будет. И каждый взрыв будет наносить определенное количество дэмэджа, зависимое от уровня прокачки. Что ж, давайте заюзаем хоткей С у нас. Нажимаем и посмотрим, что у нас происходит. Такие вот взрывы. И эти взрывы будут идти за Лишраком. И в радиусе 500 единиц будет искать рандомных оппонентов. Ну или же одного оппонента, в случае, если он будет тут один находиться. Эта способность у нас работает на крипов, на юнитов, на героев и на товара. Но на товара работает на 40% сильнее. К слову, давайте посмотрим табличку по уровням прокачки и, конечно же, разберем, что у нас тут да и как. Смотрите, радиус 500 единиц, как я уже говорил, АОЕшка двигается вместе с Лишраком. В случае смерти Лишрака, эта АОЕшка у нас зависает в месте, где умер Лишрак. И если вы умерли, но успели нажать диаболики, то диаболики будут работать в этой АОЕшке 500 единиц, пока полностью не взорвутся эти взрывы.
Взрывов у нас 40, к слову. Урон 9, 18, 27 и 36 единиц. По товарам, как я уже сказал, 40% бонусного со второго спелла. Длительность 10 секунд. То есть в течение 10 секунд будут у нас вот эти 40 взрывов появляться. Требуется мана 95, 120, 135 и 155 маны. И перезарядка 22 секунды. Друзья, данная способность наносит у нас физический урон. То есть это значит, что если у оппонентов будет очень много армора, ну или будет вот эта невосприимчивость к физическим атакам, то, соответственно, эта способность ничего не нанесет. Но как только ультимейт кончается у Омника, как видите, и спадает вот это сопротивление к физическим атакам, то, соответственно, урон начинает идти. Раньше данная способность била чистым уроном, сейчас бьет физикой. Через БКБшку она будет работать, так как это физический урон. Ну и, в принципе, по данной способности все, друзья. В принципе, тут больше нечего добавить. Очень мощная соло-способность. То есть, если вы встречаете где-то оппонента в лесочке или где, то все взрывы направлены именно в него. И дэмэджа будет очень много. Ну и, конечно же, то, что пушит товара, это тоже очень круто. Что ж, поехали на третью способность. Итак, друзья, самое время поговорить у нас о третьей способности. Это сильная способность была на 83-й карте, на 85-й эта способность очень слабенькая. Ну и что ж, прокачали данную способность, ход кей у нас G. И давайте посмотрим, что будет происходить. Дальность применения этой способности 800 единиц. У нее также есть время задержки, вот это 0.35 секунд, очень долгий каст. И как вы видели, когда мы кастанули вот эту молнию, у нас пошла вот так вот Chain Lightning такой и нанес всем урон. При этом эта способность еще и замедляет, и количество скачков у нас тут также есть лимитированное. Давайте посмотрим по уровням прокачки. Смотрите, по уровням прокачки у нас есть тут дэмэдж, есть прыжки и количество времени замедления оппонентов. Данная способность замедляет на 75%. Давайте я это покажу, смотрите. Хопа, и замедлила его очень сильно шамана, и молния дальше не полетела, потому что дальность отскока 475 единиц была превышена, и, соответственно, молния не полетела. Смотрите, по уровням прокачки. Первый уровень 50 урона, 4 прыжка и 0,7 секунд замедления. Второй уровень 100 урона, 5 прыжков и 0,8 замедления. На третьем уровне 150 урона, 6 прыжков, 0,9 секунд замедления. И на четвертом 200 урона, 7 прыжков и 1 секунда замедления. При этом КД данной способности 4 секунды и монокост такой 90, 100, 110 и 120 маны. Данная способность у нас блокируется линкой, но прыжки не будут блокироваться, то есть прыжки у нас будут продолжаться. К сожалению, урон замедления не накладывается, но прыжки продолжаются. Также это будет работать в случае, если персонаж находился под линкой и в него залетел вот этот отскок. Данная способность у нас не будет работать в БКБшных юнитов. Это у нас магический урон. Но способность такая прикольная. В лейтгейме, конечно же, для того, чтобы воспользоваться комбинацией через замедление и заюзать хорошо стан, ей можно будет пользоваться. Но на стадии лайнинга данная способность очень сильно у нас, ребятки, попущена. И, конечно же, на практике я уже покажу, как я качаюсь на данном персонаже. Ну и, в принципе, по данной способности все. Нужно что запомнить тут нам? Это количество отскоков, урон, замедление, время определенное. И, конечно же, дальность отскока 475 единиц. Ну и дальность применения 800. В принципе, тут все по данной способности. Поехали уже на ультимейт, там тоже очень интересно. Что ж, братцы, самое время у нас поговорить о пульснове. Это очень жесткая способность, мне она жесть как нравится. Давайте прокачаем ходки у нас В. И что у нас будет делаться при активировании данной способности? Эта способность, это у нас ДПС в радиусе 450 единиц вокруг лишарка. Это такая же АОЕшка, как и второй. То есть, когда вы активируете, вам для того, чтобы активировать, нужно определенное количество маны для активации, и, конечно же, по секундам у вас будет отниматься еще мана во время действия этой способности. Но и как у вас будет отниматься мана, то вы будете еще и наносить урон во время этой способности. То есть это такое активирование ДПСа. Давайте посмотрим сначала общее применение, а потом посмотрим, что у нас делает эта способность по уровням прокачки. Нажимаем В, такой взрывчик у нас, и пошел ДПС. Смотрите, при этом у нас отнимается мана. Мана отнимается у нас так. На первом уровне за активирование способности будет у нас требоваться 70 маны. И, конечно же, маны в секунду на первом уровне будет тратиться 20 единиц.
Это, в принципе, немного, и поэтому это очень круто. На втором уровне будет требоваться для того, чтобы активировать ультимейт 90 маны, и будет тратиться 40 маны в секунду. И на третьем уровне 110 маны для того, чтобы активировать у нас данную способность, и будет тратиться у нас 60 маны в секунду. При этом урон у нас будет такой. 100, 130, 160 единиц на ласт уровне раз в секунду будет наноситься. Это очень-очень жестко. Также у нас тут есть еще Аганима. Аганиме чуть позже поговорим. Перезарядка данной способности 1 секунда. Ну, это, блин, это смешно. На самом деле, вы можете просто нажать вот так вот Hot KV, и пошел вот этот жесткий ДПС. И вы можете уничтожать оппонента. При этом эта способность еще и душит в инвиз. Это очень-очень круто. Что ж, это у нас магический урон. Поэтому худы, пайпы, БКБ, конечно же, все это смягчит. На БКБшку не будет работать. Но в целом очень-очень годная тема. Чем больше у вас маны, тем дольше будет у вас работать ультимейт. Просто включаете, берут у вас ману за активацию и, конечно же, посекундно потом также снимают ману. Очень-очень сильный ультимейт. Что ж, давайте посмотрим сейчас Аганим на данном персонаже. Он реально крутой. Итак, друзья, самое время, конечно же, посмотреть у нас Аганим. Подбираем и смотрите, у нас вот такие вот появляются шипы, как будто Blade Mail со старых версий. Кто помнит, тот поймет. И что у нас улучшается, помимо того, что у нас появляется эффектик? Конечно же, damage per second, который мы будем наносить за одну такую волну, за один взрыв, он у нас становится больше. 160, 190, 220 урона на ласт уровне. При этом монокосты за активирование и монокост в секунду у нас остаются неизменны. Это очень круто. Давайте посмотрим, сколько мы теперь дэмэджа можем наносить. Прям очень заметно. Кстати, дэмэдж у нас возрос. И я, наверное, хочу предложить вам такую игру через Discord и с Аганимом. Это, наверное, будет очень-очень интересно, друзья. Ну и что ж, на этом теория на данного персонажа у нас подходит к концу, друзья. Обязательно поставьте лайк за теорию, за практику отдельно поставьте лайк, потому что игры будут очень сочные, это я вам обещаю. Ну и что ж, на самом деле герой очень сильный, на 85-й карте он не в мете, но я постараюсь максимально показать, что он может, этот персонаж. Ну и в принципе все, тянуть не буду, пожелаю всем приятного просмотра, скажу всем спасибо за то, что смотрите, за то, что лайкаете, поддерживаете. Ну и в принципе все, поехали смотреть жесткую практику на Лишрака. Так, ну что, друзья, загружается у нас первая игра. В общем, Лишрак у нас сегодня в распоряжении. Сегодня я вам покажу, как я буду качаться на нем. Опа, веточки появляются. Как я на нем качаюсь, как качались раньше на этом персонаже. И, конечно же, чего у нас боится. Конечно, боится он Magic резистеров всяких, всякую вот такую прочую срань и тому подобное. Но ничего, это мы все перевернем. Первый артефакт, который мы будем собирать, это Bloodstone, конечно. А потом посмотрим по ситуации, что у нас будет делаться. Так что посмотрим, ребятки. Смотрите, в общем, через что мы будем сейчас играть первую игру. Будем играть через первый, второй, потому что третий спелл очень сильно урезан. Но на next катке я вам покажу, что через третий спелл, ну, не так актуально, как на самом деле было раньше. Потому что сейчас дэмэджа совсем третий спелл не наносит. И только замедление, и в комбинации с первым, третьим и до ультимейта. Это, конечно же, ну, нормалин, но тем не менее, все равно. Так что, ребят, будем сейчас смотреть, как у нас все это будет получаться. И поглядим. По контрпикам, конечно же, Найкса очень сильно будем бояться. Будем бояться Тини, Легиона будем бояться. Так что, скорее всего, будем собирать какие-то эскейпы. Bloodstone, там, Dagger, Линка. Потом, возможно, будет БКБ. Посмотрим. И будем смотреть, как у нас будет развиваться в дальнейшем наша игра. И будем уже что-то предпринимать. Next катку мы сыграем через Октарин, по идее, Аганим и Дискорд. Я думаю, такая будет катка. Ну, а третья будет, конечно же, фановая. Все как обычно. Пока ждем, качнем стан. Очень тяжелая ОЕшка ранней стадии, но ничего страшного, попробуем попадать. В принципе, пик у них приемлемый. Два сильных кора, которые будут напрягать. Но Лишрак не боится у нас вообще Сларка, потому что в ультимейте я пробиваю его и вторым. И своим ультом я пробиваю, поэтому будут у них серьезные проблемы. Я бы на самом деле тут бы собрал бы Аганим. Но тут нужно будет посмотреть сейчас по пику, посмотреть по доминации, как у нас все будет. И, конечно же, потом увидим, что у нас будет происходить по катке, по самой уже. Сларк тут, Сларка сейчас будем отзонивать. Сларка будем отзонивать. Промах.
Ну, с барой будем работать сейчас до конца. До конца с барой будем работать. Стан просто по таймингу. Все, готово. Готово. Отлично, все, возвращаемся на центральную. Берем вардик. Берем вардик. И возвращаемся. С паком на миду, в принципе, будет нормально стоять. Так, я себе вардик купил, еще один. Пока крипимся. Тычки, в принципе, у Лишрака приемлемые. Добивать можно, но иногда тяжело то, что тычка долго летит. На самом деле это может сбивать. Оп, ну пака главное переласт хитить, а там посмотрим, что у нас получится. Пака переласт хитить. Будем качать по-любому второй ВС пака. Ну а что поделать? Второй будет профитнее, чем молния в любом случае. Эх, о, все равно попал, это радует. Обычно в такой ситуации очень тяжело попадать. Так, пак пошел орбами фармить. Хорошо. Оп, тычка деда. Дед там промахнулся. Ну, ботлик первым артефактом. Ну, хотя, когда играешь через первый, второй, ботл особо и не нужен в ранней стадии, потому что у нас нету такого монокоста, который бы нам позволял тратить ман. Но ничего, мы все равно ботл поднимем. Ботл все равно поднимем. Сапог потом. И попробуем. Но с пака на самом деле будет очень тяжело убивать через первый, второй. Так, есть у нас ботл. Закинем. Побегаем немного. Пак еще не знает, сколько демеджа тут будет наноситься. Пойдет. Сильно хапать не будем. Как видите, очень хороший эффект. Видели, сколько хп у пака осталось? Хп очень мало осталось у пацана. И можно будет чуть-чуть подгрызать тавр, я думаю. Если так все хорошо. Будет, погнали, тэшку погрызем. Грызем тавр. Пак отошел у нас. Плохо, когда крипы подходят, уже грызть тавр не сильно получается. Погнали. О, отличная руна для Лишрака, но только тогда, когда у нас есть шестой уровень. Вы нажимаете ультимейт, заходите в руну. И еще при этом еще ботл разочек наюзываете. И у вас все отлично становится. Вы просто бегаете и запиливаете. Это круто. Это круто. Так, ну что, набираем мы сейчас денежку на саппорт, на сапог. Пак будет добивать, но он не добьет. Опа, хорошо. Денежку на сапог надо добить. У нас очень мало крипов на самом деле на данный момент. Ну, просто Лишраком, как правило, добивая только с магии. С руки тяжеловато ластхитить на нем. Как бы тычка хорошая, но из-за того, что она долго летит, немного напряжно. Напряжно. Так, есть сапог, кстати. Сапог. Хорошо. Делаем вид. Не, он все равно, он не закатил бы, да, походу? Печалька. На пятом левеле диаболики в макс. Хорошо, гоу пушит, сейчас тавр пойдем. Просто. Два деда плюс ската. Сейчас в тэшку пойдем. Тэшку пойдем. Можно сейчас не сильно пушить. Еще третьей пачкой уплотним. Кату поэтому не ломаем. Третьей пачкой сейчас уплотним крипов. Хорошо. Вот, отлично. Так вот сделаем. Отлично. Опа. Опа, побегаем чуть-чуть. Ну, бак под крипов прыгнет сейчас. Хорошо. Задушили. Найс. Ну, бак немного потерянный, это видно, ребят. Он немножко путается в кнопочках. Вот мы пришла. Сметаем крипов все равно. Зажарили. Шашлык. Шашлычную включили, поджарили. Хорошо, руна есть. Первое, что мы собираем, это, как я уже говорил, это, конечно же, Bloodstone. Bloodstone будет у нас. Поэтому отпиваемся.
Сейчас тут отопьемся и... Point booster первым артефактом. Хорошо, все есть у нас. Кнопочки. Пока мы не заберем, но можно попробовать что-то потычковать его. Все, улетел. Хорошо, диаболики в макс. Раскачали. Фармим мид, пока стоим. 50 крипов сделаем на миду, будет очень хорошо. Ну, сейчас пятая минута. Лишраку просто, как правило, бегать по рунам очень полезно. Там пробежаться, там пробежаться. Хоть все, огонек. Так что пока фармим. Фармим, руна будет, побежим. Можно крипчиков смыть, в принципе, сейчас. И подходим к тэшке. Хорошо, добили. Нормально, на шестой минуте быстренько спушили. Погнали на топ. Хоста. Пойду лучше за хостой. Лучше пойти хосту забрать. И можно Т2 дрочить им. В принципе. Там еще Лего фармит, в принципе. Лего фармит. Он успеет. 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 Нормально. Там 2 секунды все остан, а орба летит дольше намного. Так что вот так вот. Так, берем руну. Идем в магазин. Давай, давай. Идем в магазин. Можно еще в лес, кстати, сбегать. Го, пока хоста есть, в лес сходим. К легиону. Только крипов заберем. Крипов заберем и к леге сходим. Типов заберем и к леге сходим. Какой пятый левел у него, да? Пятый левел. Так, пойдем. Сейчас ночь. Ну, я палевно пошел, но я думаю, легион все равно уходить не будет. Он же мужчина. Я еще и зафармлю, да? Как хорошо. О, еще и пак пришел. Хорошо, я вас понял. О. Стой. О, дай сало. Хорошо. Хорошо. Хоста помогла. Хоста помогла. Нормально. Так, что у нас есть? Point booster, да? Купим вот так вот. И... Виталити остается нам. Ой, Виталити. Point, говорю, бустер есть. Виталити бустер. Надо было докупить. Сгорит. Даже если бы ультимейт нажал, сгорел бы все равно. Не только МП дам, тебе еще хил на лицо. Молнию берем. Я боликами сейчас чуть тэшку подушим. Хорошо. Пока что все очень ровно идет. Ну, стоило мне сказать очень ровно. И я залагал, и сейчас стою под тавром тычку. Понятно. Отлично. Все, я на базу. Я на базу пойду. Виталити бустер берем в магазине. Соберем сол бустер сейчас. И уже есть у нас Бладстоун. Бладстоун есть у нас уже. Господи. Вот это просто интернет сейчас меня вот этот подбешивает.
Когда они уже починят? Блин. Как обычно. Берем, разбираем, подбираем, запихиваем. Все. Есть у нас Bloodstone. Теперь набиваем Bloodstone. Dagger сейчас возьмем. Dagger. Линка нужна будет тут, тут легион. Пока мы доминируем, но еще ничего не понятно на самом деле. Потом, смотрите, 0-3, 0-3, 0-2, 0-4, 0-1. Пока доминируем. Но пока еще ничего не понятно на самом деле по геймплею, что будет. Ребята сдаваться, я не думаю, что будут. Пойдет. Не знаю, как так пака легко получается убивать, но, видимо, парень не очень умеет плеить, потому что shift, орба, не может парень уйти почему-то у нас. Погнали в лес, к легиону. Лес к легиону. Если что, третьим подзамедляем, простаниваем. Будет все нормально. Олеги тут нету. Ага, вот он пошел. Вот он пошел. Тут стоим. Ха, пошел фармить. Ждем, может сюда пойдет. Сразу диаболики нажмем, стана. Ультимейта. Не знаю, что на ФК стоит, гоу туда нападем. А, ясно. Это он типа, наверное, меня ждал, что ли? Че непонятно, в HP. С этим легионом. Погнали сюда. Плохо, что сейчас без диаболиков буду душить. Оп. Как будто МХ. Как будто МХ сейчас было. Тупо на логике. Куда пацан пойдет? Конечно же, в лесок. Хорошо. На топе фарма много. Рунку бы. Можно и без руны, в принципе. Не, ну и реген надо брать по-любе. Я сверху зайду. Все равно разворачиваться сейчас будет. О, я ару поймал. Печалька. Хорош. Вот стан прям парень вылетел. Так, дагерок имеем. Ой, из-за фиссуры персонаж начал обходить, прикиньте. Прикиньте, из-за фиссуры начал персонаж обходить. Чалька. Хорошо. Пока что все ровненько. Погнали в лес. Яболиков нет, это плохо. Вардик бы тут поставить. Было бы круто. Было бы круто. О. Хорошо. Бедный легион. Я его хейчу просто в лесу. Нефиг фармить. Нефиг фармить. Зафармливаем. Отлично. Но саппорты хорошие в игре. Пацаны делают максимально все на победу. Хорошо. Кто там пошел в лес? Сларк. Сларка, гоу душить. Он на топ пошел. Сларка я убиваю, мне только станом в него попасть, все. Ой, джиджи ему. Заранее ультимейт включаем просто и все. Ультимейт заранее. Молнии я его подзамедлил, дарпак-то у него нету. И через второй ультимейт просто уничтожил. Получилось хорошо. Получилось хорошо. Дэшку вторую ломать буду. Ну, походу жестко легкая игра будет, потому что все доминируют.
Наша сторона очень сильно доминирует. Фид минимальный с нашей стороны. Три раза ребята умерли. 21 на 3. Жесткая доминация идет. Будет ли какой-то камбэк от их стороны? Это я, конечно, не знаю. Это и не могу. Как бы не могу вот эту тему рассчитать. На низу много фарма. Очень хочется пойти туда. У нас на топе сейчас драка тут будет, да? Цепляем. Или нет? Айс фиссура. Просто закрылся. Типа нет, туда не пойдете. Я пошел на низ. Можно ультимейтом подфармливать просто, не париться. Вообще не париться. Какая у нас жесткая команда какая-то получилась. Но, в принципе, первая игра, она такая, может быть... Специально, чтобы вы поняли, как данный персонаж двигается, как двигаться с командой, что нужно делать. То есть, по кайфу, чтобы понимать, как плеить в целом на этом герое. Опа, Олега. Олега. Я не достану уже, слишком далеко. Хайграунд по душам. Душем ХГ. Не достал я уже там станом. Тревел взять. Next travel. Юльчик можно сделать еще до кучи. Юл делается в те моменты, когда появляется БМ, чтобы можно было откидывать молнию, стан и поднимать себя на Юл и в это время раздамаживать очень сильно. Вот так вот можно делать. И фарм. Аккуратненько. Через ультимейт, через третий, через стан. Аккуратно подфармливайте всю карту. Опа, там драка. Я простаню. Хорошо. Меня вот этот баг немного подклинивает. Вы видели, Рубик замедлился? Хотя молния до него не достала. GG. Задушено. Молния до него не достала, но Рубик был замедлен. Замедлен Рубик был. Вот это вот такой вот есть баг на третьем спеле, именно на 85-й карте. Что если вы молнию просто рядом кидаете, что персонажи будут замедлены. Это вот такая вот непонятная механика. Я все выфармил, что можно было. Низ давайте выфармим. Фармиваем всю карту. Хорошо. Отлично. У него тоже ботл, понимаю. И монету забрали, да? Понял. Ладно, у меня, в принципе, все равно full HP. Full HP все равно. Хорошо. Тут подстакаем. Сейчас у них легион вышел, но это наоборот может дать им слоты. Наоборот. Оп, зафармили. Че next там можно собрать? Можно вообще тут аганим собрать, чтобы прям максимальное количество ДПСа было. Прям очень много. Сларк Лотар собрал. Опа, сейчас мы задушим. Опа, пришел. Креветочкин пришел. Хорошо. Давайте Тэшку задушим, попробуем. Хорошо. Опа, отлично, там подмайч на КД. Душим. Опа, Сларк зашел в инвиз. Давайте ломайте. Ломайте и выходим. Все.
пуль снова украл. Хорошо. Все, я ушел. Жесть, от этого, конечно, доминируем. Так, ну аганим я тут собирать не буду. В любом случае. Мы сделаем линку. Тупо потому, что она нужна ВС Легиона. Потому что нужен билд определенный. Если там Легион, значит делаем линку. Линка, Юл и БКБ. Это наши артефакты на конец этой игры. Должны быть. Должны быть такие артефакты у нас на конец игры. И Блэкинг Бар. На конец игры. Приветка. Можно линку, спасибо. Давайте в вторую сторону зайдем, пацанам. Кинуть не будем. Лишрак вообще может очень быстро катки заканчивать за счет того, что у него очень мощный второй спелл. Просто собираетесь с командой и запушиваете все нафиг. Можно Юл сейчас сделать. Юл спокойно. И БКБшка. И это наш Затар на игру. Вот и все. Это наш Затар на игру. Юл можно делать вторым артефактом, третьим. Каким вам это необходимо в данный момент? Это такая чисто показательная первая игра будет. Очень легкая, вся команда очень хорошо сыграла. Next катка будет по потному. Через Discord и Аганим. Будем плеить. Поэтому пока расслабляемся, разминаемся. Расслабляемся. Очень сильно законтрили оппонентов. Так, есть Юл, хорошо. И Блэкинг Бар next там. И Блэкинг Бар next там. Так, есть. Рубик на миду. Бедный Рубик. Есть. Сларк. Есть. Джи-джи. Доносим. Ласт. Мид. Первая. 23 минуточка. Оформили. Для пацанов. Ну, диаболики, конечно, вещь. Диаболики это вещь. Эх. Ни Юл, ничего не попал. Го на базу. Купим Блэкинг Бар. И закончим. БКБ это рабочий артефакт на данного персонажа. Игнорировать его нельзя, потому что... В комбинации с БМами против вас, вас очень быстро будут убивать. Поэтому БКБ это просто позволит вам все быстренько решить. Первая игра у нас разминочная, друзья, получается. Next катка у нас будет намного серьезней. Но это игра для того, чтобы вы понимали, как вообще в целом в команде играть с Лишарком. Когда хорошая команда, вы просто аккуратно муваетесь, делаете все, что нужно, и все у вас будет очень-очень хорошо. На данный момент эта катка у нас очень легкая. Сопротивления никакого не было абсолютно. Next будет поплотнее каточка у нас. Просто прыжочек, если что, замедло. Линка вот мне сейчас только что помогла. Опа. Юльчик БКБ. Юльчик БКБ и полетели. Опа. Опа. Ну, ульт можно не выключать просто. У меня столько бладстоунов, что... GG.
Вот такая вот первая катка, друзья. Next, а мы пойдем мы сейчас через Аганим и через Discord. Посмотрим, как у нас будет получаться. Но пока как-то вот так. В команде играть очень легко на данном персонаже. Есик дал фиссуру. Мы там прыгнули с даггером. Опа, просто дали первый, и все было хорошо у нас. Поехали сейчас вторую катку. Сейчас будет очень интересно. Друзья, начинается у нас очередная катка на Лишраке. Что ж, берем у нас Лишрака. Продолжается у нас каточка. Главная наша задача в этой катке — это будем играть через третий. Блин, классно было бы через второй играть, потому что там Рубин Ассасин. Рубин Ассасин будет большой проблемой для нас. Хотя, в принципе, у Лишрака такая тема, что он собирает Бладстоун. Бладстоун не дает у нас интеллекта. Поэтому не сильно будет жестко душить у нас на Рубин Ассасин, но тем не менее. Но тем не менее. Надеюсь, катка будет потная. Тут нужна будет линка и БКБ по-любому. Но очень хочется сыграть через Аганим на самом-то деле. Очень хочется сыграть через Аганим. Чтобы и через Дискорд. Там еще и Пудж, блин. Пудж тоже очень жирный. Будет очень много проблем с него. Но БКБ тут по-любому надо, потому что на Рубин Ассасин будет напрягать очень сильно. Посмотрим по билдам, посмотрим по фарму, как у нас все будет происходить. Пока ждем. Ждем старта линии. Можно вообще, в принципе, стан взять в двойку, в тройку и качать второй и третий. Мы можем сейчас, в принципе, так сделать, потому что АОЕшки хватит у нас полностью. Примерно с третьего левела АОЕшка уже более приемлемая, нежели чем на первом левеле. На первом левеле совсем маленькая АОЕшка, к сожалению. На втором уже чуть побольше. Можно будет тогда второй и третий раскачивать молнию. Давайте сейчас гибридно покачаемся. Посмотрим вообще, кто будет на центральной. Если будет на Рубин Ассасин на центральной, то будем качать, естественно, второй, третий. Стан в разочек, чтобы можно было подстанить и через второй, третий уничтожить. Ну и товара максимально быстро постараемся пушить, потому что тут у нас будет по-любому лесничок. Лесничка нужно будет быстренько перефармить. Посмотрим. Ну, если СФ будет на миду, это вообще изи. Если СФ будет на миду, это через первый, третий, это вообще изи будет. СФ просто развалится с этих кнопок. Го разминать, пацанов. Интересно, пуч там на ХГ стоит? Если пуч стоит на ХГ, если он меня вытягивает, в любом случае я смогу все сделать. Так, ну минус вином. Да, стоял он на ХГ, это понятно. Поэтому я не подходил. Ставим обсерв. И поехало. СФ будет центральный. Монета у нас есть, все шансы победить у нас имеются. Пуч на миду. Пуч на миду тоже приемлемо. Печкуем. Печкуем пуджей. Будет все нормально. Стики нажал. Зачем? Хорошо. Подходит там что-то. Кастит. Так, еще бару взяли. Ну вот это самое жесткое, что могло быть. Бару еще до кучи сюда. Ой, как меня будут тут на миду насиловать. Это будет жестко. Страшно. Это будет страшно. Промах. Классический промах. Го, возьмем сапог. Потому что если будет тут еще и бара сейчас на миду. А он по-любому будет. Потому что Лишрак очень ватный. Лишрак очень ватный. Будет очень тяжело. Эти ласхитные промахи, это, конечно же, классика. Так, ну что, Пудж, давай разминаться немножко. Пол хп есть. Минус хил. Бортлик фармим. АОЕшку еще разочек сейчас возьмем. До максим. Третий. В любом случае. Если мы играем через молнию, молнию должны максить. Иначе от нее толку нету. Берем стан еще разок. Потом опять молнию возьмем. Но пока стоится, изи фармится нам тут на самом деле.
Молнию, тычку, молнию, тычку. Можно давать куджу. Чисто проверочно. Хорошо. Эх, не добил. А так хотелось. Так хотелось, ботлик. Рун нету. Эти хил на лицо себе накинем. На низу неруб. На топе бара. Возможно, бара сейчас побежит. Надо на карту чекать. Залипать на карту надо. Куру быстренько на базу. Потому что нам нужен ботл. Отлично. Все, имеем. Ботл. Уже транквил уже. У нас ФБшки транквил ему дали. Очень плохо. Бара побежал. Эх, ну как так не добил-то? Все, руна, руна. Как так не добил-то крипа? Ну, вот этот третий спелл, он такой. Сейчас тут лего будет еще. Наверное. Гоу сейчас смело на мид. Хорошая руна. Ну, попробуем. Нес, у него хп немного, маны у меня должно хватить. Это смерть. Это смерть, Пуджу. Отбиваемся максимально. Погнали крипов быстренько смоем. Погнали на топ руну. На топе бара, да? Лес. Сеф на топе. Давайте, знаете, что сделаем? Аркану. 600 HP у нас. Это очень мало, но сейчас нужно сделать поинт бустер и купить ТП-шку. Лучше у нас поставил вард. Да? Да, по-моему, вард поставил. Хорошо, молнию размаксили. Отлично, зафармили. Ждем руну и с next руной пойдем делать вещи. Убиваем ману. На топ бы сходить, но на топ нужна активная руна. Очень хочется с активкой туда пойти, потому что в наглую просто туда пойти не получится. ХП у меня очень много, хотел сказать, очень мало ХП. Надо, главное, постоянно держать пуджа в вижене. Ага, вижу. Понял. Нормально, нормально. Не убивают меня. Этого пацана заберем. Не достаю. Но очень долгий каст. Просто жесть. Очень долгий каст. Я за руной, бро. Очень долгий каст, это жесть. Какой долгий каст. Прям ужас. Можно было на развороте. Можно было вообще просто развернуться и попробовать стана дать, и все. Так, пуч сколько? МП 150, это один хук. Здесь у него вард стоит, он меня увидит, как только буду подходить. Опа, это мой клиент, все, готово. Хорошо. Раскачиваем диаболики. Let's go. На руну нанес. Обузим ману. Вард уже, по идее, должен упасть. Гоу легиона попробуем найти. Если он тут... Ага, изи кэмп подфармлены. Крыса. Забрал руну, увидели там дабл дэмэдж. А я не достану тут. Бара. Гоу. Если он меня не увидел, это ему смерть. О, сэф еще. Это плохо. Я свяжу тут. Очень много. Пудж, вот пудж. Но пудж знал, что он видел меня, поэтому тпхнулся сюда. Я бы все намного лучше сделал.
Если бы не было пуджа, я бы скорее бы сейчас еще ESF-а забрал спокойно. У бары чарж КД. Неруб сразу отъехал. Пудж все сделал. У меня 600 хп. О чем речь? Ну, пудж тут засолил. Просто он видел, что я тут хожу. Поэтому и все сделал. Печально это на самом деле. Ну да ладно, берем. Я вообще туда шел за легионом. Но легиона, как вы видели, там не было. Легион ушел сразу. Давайте сделаем вот так вот. Жалко, вард не хватает денежек. Легиона надо гангануть. Гнали на руну. Лего, скорее всего, сейчас побежит. После фарма. А, СФ пошел сюда. Варды нужны. Варды. Дефолтные варды нам нужны, чтобы видеть оппонентов. Арита тут развлекается. Гоу в лес. А готешку вообще. Я диаболики в двоечку. Это смерть Тауру сразу. Пара топ. Хорошо, погнали. На эншентов. На эншентов, на кемпы вернее. Заберем кемпы. Купим сол бустер. Жалко, что у меня нету тэпы. 10 секунд еще. Давайте стакнем еще раз. А, тут максимально уже простакано. Тяжело будет отвести. А нет, в принципе, отведу. Отлично. Let's go. Портретка на experience пришла чисто такая. Да я тут рядом пробегу, типа ничего. Тупо застилила весь эксп. Ладно. Руб магаз. Неру почти догон, это очень плохо. У меня 300 маны, не хватит мне. Ага, вон за мной уже бежали. Абара побежал уже на меня. Это GG, скорее всего. Просто за мной бегают по карте. Варды, что ли, блин, стоят в лесу? Я не поверю, что варды в лесу стоят. Очень активно они играют. Очень активно. Мартредка, иди на СФ, он же крип. Хороший крит. Легион Лотар делает. Блин, что за фигня? Почему они в лес сейчас пошли? Неужели они знали, что я там в лесу буду сейчас фармить? Или Неруб? Ну, Неруб вообще, Неруб не прочекивал этот момент еще. Немного непонятная данная ситуация. Ну да ладно. Ну да ладно. Надо сюда. Успеваю, интересно. Молнию по крипам, если что, пущу, его добьет. Барана, куда ты пошел? Хорош. Хорош, барочка. Хорошо. Отлично. Так, 1200 HP есть. Бладстоунчик в студию. Неруб будет проблемы у нас. Неруб будет подсвечивать. Неруб будет подсвечивать и начнется веселуха. Так, котл на стаках. Хорошо. Два дефолта стоят, идем за руной. И погнали в ганг. Тяжелая катка, но справимся. Два раза уже с фидель, но очень активно играют. Ну там баратрум, о чем речь. Одна ошибка моя была, что внизу вышел так в наглую. Бара на меня поджал. Бара на мне. Вард тут стоит. Ну не спушили уже, да? Виномансер через змеи. А, через второй. Это не через змей. Лол. Поехали. Поможем. А, не, не поможем уже. Блин, ну их слишком много. Вот и они, их тут 4 сейчас. Б. Их 4. Виномансер у нас ничем не поможет. Он через второй качается. О, господи. Пропусти. Постараюсь быстренько помочь слить его.
Это очень плохо. Держи жопу, намажу разочек. Но под вардами, хоть тут под вардами сможем уйти спокойно. ББ. Просто не люблю такие моменты, где вот так вот надо файтиться, потому что, ну, явно преимущество там имеется. На данной стадии. Пара побежал куда-то. А тут нару под ногами еще, видимо. Хорошо. Владик имеем. Вот этого пацана туда же, давай. Эх, да как так? Столько урона, диаболики. Но диаболики-то, по идее, уже кончились. Ладно. Очень страшно. Кто там еще? Неруб. Ой-ой-ой-ой-ой. Станется? Хорош, я застаню. Нормально. Вот оно что, вот оно что. Раз синхрон пошел у пацанов. Сейчас сол подождем и заюзаем. Заюзаем Бладстоун. Хорошо. Ждем, ждем, ждем соул. Все, юзаем. 600 маны халявно имеется. Давай я встану, 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 встану. Души. Лол, ракета. Что за бред? О, найс, хорошая руна. Next, ребят, дагер сделаем. Линку бы тут сделать еще. Опа, легионы. Лотарные. Хорошо. Хорошо, ну сейчас он будет подчекивать ее, типа. Вот здесь пропалим. Может убьется. Руб тут. Понял. Что если? А что если? Вы поняли. А что если? Братан, я сам в шоке. СФ тут. Где-то СФ. Вот тут он, по идее. Статус, где статус? Где вард, говорит? Жесть. СФ тут, но СФ ушел. Ой, сюда. Вардик. Блин, СФа была главная задача убить. Как же у пацана жопа полыхает с того, что я просто его убил. Так, диаболики раскачаны. Хорошо, опа, лего. И ты следующий у нас пойдешь. О, щит. Это очень плохо. Пятером. Но Пуч, Пуч делает все вещи. Пуч делает. Пуч все делает. Уже вторая смерть просто. Не дает он ничего сделать. СФа я бы задушил сейчас. Я бы СФа убил и все. Просто не дает. Я в соло там задушил бы. Дагерочек надо. Хорошо, диаболики докачали, станчик имеется. Когда там бара реснется? Бара уже реснулся, скорее всего, уже бежит. Волосы назад. Нам главное успеть ультимейт нажать, в принципе, и все. И второй желательно. Тогда бара сам рассыпется. Ну, активная игра, мне такая игра нравится уже. Прям. По кайфу. Да пройди сюда. А, я ж в деревья. Ладничка. Хорошо. Так, у нас 6 бладстоунов. Только что потеряли все бладстоуны. Берем сейчас дагер, постараемся больше их не терять. Но пуч, видите, юл от пуджа еще можно сделать. Пуч сейчас очень сильно засолил, плюс там Нерубиан Ассасин, который с прокаста, видели, мне все хп забрал. Все хп забрал тупо с прокаста. И ульчик next там попробовать. Но я уже спалился, вот тут прошел, когда увиделся.
О, так, хорошо. Сюда ТП. Я его убью, если, в принципе, сейчас прыгну. Давай, давай, давай. Понял. Ну, зря вот так я бы, блин, прыгнул. Мне кажется, задушил бы. Мне кажется, я бы, если прыгнул, задушил бы. Фармят пацаны. Лего, Лотар, Сейдж. Опа, на низу-то есть. Ах ты, Криса. Хорошо. Хорош. Хорош. Бежим, потому что пара может бежать. Отойдем. Так, 800 имеется. Золотишки. 800 золотишки имеется. Отходим. Боюсь Неруба очень сильно. От него ничего совсем нету. Гоу, помогу. Готовченко. Этого. Там Неруб фармит. Руб тут под ногами. Да-да-да, Неруб, давай. О, Пудж второй раз суицидится под миллионом урона. Я не знаю, но челу просто везет. Нереально причем. Не знаю, как это назвать, но это везение. Давайте сделаем аганим, наверное. Пойдем в максимальный демейдж с ультимейта, потому что хочется, я обещался. Можно вообще дискорд сейчас сделать. Дискорд нам даст немного армора, регена, но и даст возможность убивать еще быстрее. Там БМ делается, это очень плохо. БМ это очень плохо. Я застаню его. Хорошо. Потом пуч. Но сейчас тут будет все очень плохо. Еще и Shadow Fiend пришел. Там еще Олега дуэльку не давал. Да. Слишком опасно. С диаболиками можно, в принципе. Станом попал. Все, есть. Есть такое дело. Отлично, я монету заберу. Хорошо. Так, ну вроде ситуация на данный момент у нас неплохая. Река золотишки имеем. Тревел бы, да, тревел, чтобы максимально выфармливать карту. Можно было бы сделать такие вещи. Но хочется сделать аганим. Опа, моя любимая руна за моего персонажа. Нажимаешь просто. Ультимейты побежали. Да, аганим сделаем сейчас, ребят. Есть. Косарик еще остается нам. Аганим. Хочется сделать очень просто. Вот next time item, несмотря на то, что там сейчас БМ и БКБшки нужно будет делать. Аганимчик. Очень хочется. Попробовать просто саму сладость всех этих прелестей. Отлично. В пятером бы собраться. Дофармить бы. Так, тут сентрячок есть, это радует. Артетка в рашпит пошла. Его поможем. Задушим, я думаю. Задушим. Аганим как раз будет. Сейчас стан опять будет. По кайфу под чакрой. Станы просто снижаются в КД очень сильно. Склепнет. Лок, потому что подходит. Чуть-чуть не хватает нам, да. Аганима, совсем копеечки. Этих крипчиков заберем. 100 золота остается.
Стой и агоним. Попробуем. 22-я минута. Очень сильный Затар у нас. Куда меня ты? Спасибо. Так сказать, на деф. Плюсую. Все, есть агоним. Аккуратненько. Кончилась у нас, к сожалению, руна. По времени. Долго фармили. Долго фармили, но есть агоним. Так, 1800 HP, 1600 маны. Интеллекта немного, но нормалин. Сейчас будет очень много дэмэджа с ультимейта. Я на самом деле немного волнуюсь, потому что нужно реализовать все правильно и по красоте. Очень хочется, потому что... Очень хочется. SF там изи. Это армлетный SF против лишрака. Это GG. Так, инвиз скоро пропадет. Аккуратно в лес. Я сейчас БМ убьюсь просто. Ульт я успел нажать. Ай, опять меня жрет Будж. Ну что это такое? Аморта лес в Саегиса. Будж опять меня законтрил. Кривая драка, не видно было никого. Я решил драться дальше. А Мортред с Аегисом фармит леса. Печально. Мортра взяла Аегис и пошла фармить. Плохо, я потерял все Бладстоуны. Но я чувствовал, что эта драка будет неудачная. Не знаю, просто чувствовал. Есть у меня такое, небольшие вот эти чуйки. И надо делать ПКБ. Вообще Юл хорошо зашел бы, и Линка. Путь жрет, просто прыгает, и все. В Линку он бы сосал. Ничего тут не будет делать. Он просто пуш руинит на самом деле сейчас всю игру. И Мартретка с Аегисом. Надо было мне Аегис брать. Я бы разнес на втором дыхании. Так не пойдет. С 9 Бладстоунами бегать всю игру — это плохо. Что там? Хорошо вижу. Пара на миду, пол БМа. Мне кажется, я его не заберу. А варды стоят, тем более. Ага, на топ побежал. Это мой клиент. Налево побежал. Хорошо. Уф, вот это задушено, я понимаю. Жду бан. Жду бан, говорит. Жди. Стой. На Пудже на своем. Го-го-го. Хорошо. Вот так вот, значит, жди бан, говорит. МХшник пишет. Пиши репорт. Потом в Ютубе. Смотришь. Отличная руна. Отлично. Какой в Ютубе банфиш? Все, хорош. Я понял. О, там драка началась. Сильная. Кнопки нажали. Печально все это. Дай жить. Шаду финт. Крипиус. Опа, пучта кушать будет. Без вард стандарт. Понимаю, МХ, точно. Понимаю. Да, пуч, конечно, нагнетает. Голинку сделаем. Я слота робил. Братан, там сентри стоят. Что так тупишь?
с аганимом дэмэджа очень много. Вот на низ. Можно вообще БКБ сделать. Вот прям вот сейчас БКБ и прыгать в толпу, и пофиг вообще на все будет. Го БКБ сделаем. Это будет профит. БКБ будет профит. БКБ будет профит. Хорошо. Почти имеем. Лучше опасно. Подходить не будем. Что там надо? Мифриловый. Хорошо. БКБ тревел и остается. Блин, но через Дискорд. Дискорд тут мне сейчас... Я никак не успеваю Дискорд сделать. Нужно сейчас сделать БКБ. И желательно линкой закрыть этот весь билд. Потому что по-другому никак. Фуджи душат. Линка нужна. И руну бы инвиза. Хорошо, в СФа прыгнуть бы. Слить его сразу, как крипа. Котл, не надо, чтобы котл байтил, надо, чтобы мортра байтила. Мне нужен врыв. Ой, да серьезно. Боже. Это ГГ. Это ГГ. Фудж опять заруинил все. Жесть. Ладно, ребята выиграют эту драку все равно. Выиграют. Фудж четвертый раз суицидится. Вот мне нельзя вот так вот нападать. Я нажал БКБ, у меня единственный вариант уже это тупо бежать на них. Но, естественно, это к хорошему не приводит. Мартретка фармит слишком много. Она 83-й карты игрок. Маднес и миллион фарма. Пуш. Пуш, чё ты бегаешь? Мартретка очень странная. Блин, ну вот это сейчас жестко было. БКБ нажимаю и типа по толку. Пуджу привет передаю. Пуш все руинит жестко. Он не дает мне вообще ничего сделать. Просто ничего не дает сделать. Я нападаю и... Толку нету. Ничего не дает. Ладно, это временно. Это все временно. Гоу. По низу. 8 бладстоунов. Не дают мне. Вот пуч очень жестко делает тут все. Тупо он от него толку-то, блин, нифига нету. Но он делает что-то. То есть, ну, как бы в драках они слабее. Вот за счет того, что он просто иногда меня может как-то подхукать. Но он чисто за мной как будто следит. Да-да, им намного легче. Становится. А так, в принципе, толку... Толку нету. Мне нужен тревел. И линку сделать. Я на себя все принимаю. На себя весь урон принимаю абсолютно. Портретка должна первая нападать. Так, ну есть БКБ. Пятером собраться. Мартретка. Братанчик. Пора бы уже в доту поиграть, да, хоть чуть-чуть. Пора бы хоть чуть-чуть дотку поиграть, да. Шиву можно сейчас. Блин, тут столько билдов на самом деле существует на этого героя, но я собираюсь в кора именно. То есть это кор билд. Кор билд может подразумевать то, что все в любом случае за мной ходят. То есть я начинаю тут игру, я начинаю тут драки. То есть я как кор, я направляю, куда нужно идти. Мартретка без БК, а, с БКБ все. И он уходит, да, Олег. Он опять его выхукал. Но я его убил. Быстрее, чем это было сказано. Сейчас БКБ придется жать, походу. Давай. Ну,
Хорошо. А давай. Поможете чем-нибудь? Ничем не помогут. Ай, божечки. А где все остальные? Мортар лес ушла фармить. Ну, я на кураже пошел чисто. Я чисто на кураже пошел. Четвертого надо было забирать. Смотри, ребят, у нас Мартретка уходит каждую драку просто фармить после минусов. Ладно. Короче, пудж это руинер. Пудж руинер. Он специально меня максимально пытается выбесить в этой игре. Они могут эту игру выиграть. Тут проблема в том, что Мартретка не играет у нас. У нас Мартретка крип, она не хочет выиграть. Ладно, ничего страшного, я тогда соло эту игру выиграю. Мне нужно просто сейчас не ошибаться. За пуджом пошел, это было лишнее, но я очень хотел ультракилл сделать. На вставочку, как говорится. Ждем Мартретку. Покупаем тревел. Полетели. Легион внизу, 2к хп, я не солью столько хп. Столько хп я не солью. Один. По центрем бы его убить. Хорошо, да пофиг в БМ. Хрена чему, потому что есть реген. Ой, да ладно! 176 урона просто он меня обоссал. О, какой же герой классный у него. Надо было сразу бы... Я не думал, что столько дэмэджа будет. Что он меня просто убьет. Ладно, моя ошибка. Окей. Все, теперь только в пятером собираться и играть. GG, ребят, GG. Сейчас моя ошибка. Надо было сразу БКБ нажать и убивать. Я не думал, что Легион настолько сильно впитает урон, что я просто сдох. Ладно, имба. Имба, окей. Потная игра. Получается, из-за пуджа слишком потная, из-за Мартретки. Мартретка просто без головы. Пудж подхукивает постоянно. Тяжело очень. Че у нас там по виному? Ультимейт есть, все есть. Блин, мы такие сильные на самом деле. Пойти просто и закончить игру. Но мы не можем. То я пошел сейчас фидел. Но я почему в БМ убивался? Потому что у меня есть реген. Я в любом случае мог там изи отпиться и уничтожить всю эту тему. Бладстоун упадет до двоечки. Бладстоун продаем, покупаем хекс. У меня еще один слот есть. Сколько у меня? 7 секунд Black King Bar. Легу я соло не убиваю, я так понял уже. 180 урона, 2300 HP. У него такие же HP, как у меня. Я убиваю с БМ, все. Легион изи забирает меня. Как же это тяжко. Ладно. Ошибки у всех бывают, это фигня. Это фигня. Но теперь я не могу без линки выходить вообще куда-либо. Потому что Легион БМ нажимает, как ГВП изи кат. Кем нужен? На котле. Уже. Я если выйду. Ну, я типа, если он на меня кастанет, я умру. В любом случае. Меня не пересейвит. Че, гем самому взять, что ли? Го, я возьму сам гем. Пофиг на этот боту. Потому что по-другому, ну, никак. И аккуратно стоять нужно. Помойку. Есть. Пером. Поехали. Опять от пуджа сейчас будут проблемы. Мортра. Ломай. Крипиусов. Вперед. Сейчас вместе соберемся, задушим. Клок куда пошел? Я сейфиус. Ну, если попал, я бы прыгнул. Вот сюда. Ну, от Неруба можно сыграть. Неруб, по идее, нас будет искать. Мы его поймаем, убьем. Дальше мне аккуратно
сыграть, не прыгать сильно. Вот, вот так вот примерно, я не знаю. Как бы вот так вот. Все, гоу ХГ. Гоу ХГ. Нормально. Это плохо. Легиона БКБ. Лучше меня кушает. Но я умер. Смело. Линка. Гем забрал. Ясно. А смарт-редка бестолковая, к сожалению, ребят. Мы бы выиграли уже раньше. Это жесть просто. Господи, цирк просто. Просто цирк. Цирк. Печально все это, очень, ребят, очень печально. Виномансер, ну, он кнопку нажимает в любом случае, но именно тут смарт-редки очень много АФК было. Очень плохо, ребят. Да, господи, отцепись от меня. Этот пушим все, все абсолютно все максимально делает. Ну забрали. Забрали. Гоу, линка нужна. Линка нужна, ребят. Пуш просто играет свою игру. Он тупо их сейвит. Либо меня кусает, жрет. И все. Я ничего не могу сделать. Меня никто не может подсейвить в данный момент, когда меня пуш жрет просто. Никто не может подсейвить. Это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Линку нужно срочно. Уже 40-я минута, я без слотов из-за этого фида. Это очень плохо, ребят. Уайтстоун. Ну, хотели потную игру, получайте. Ты умрешь. Тебя задрачу. Жди бару. Бару жди. Да. Жирная свинина, жесть. И золото вообще за него не дали. Вообще что-то пуджу в этой катке жестко везет. То суицидница, то поможет хорошо. То ни хрена золото за него не дают. Вообще офигевший какой-то. Души. Мортра, куда? И пошла по своим делам. Ну, тупо чела своя катка. На Рубенвизе. Она пошла дальше фармить. Жесть, ребят. Это жесть, как она есть. Это жесть, как она есть. Она тупо пошла по своим делам. Ломаем, это наш шанс. Я линку как раз возьму. Она все равно идет по своим делам. Это жесть, вот за вот это банлисты смело надо давать, ребят. Знаете почему? Потому что это игнор игрового процесса. Она и именно целенаправленно руинит эту игру. Просто тупо целенаправленно. У него там лотар, что его там боятся. Но мид жалко не снесли. Жалко, что мид не снесли. БКБ. Бро, ну тут он под БКБшкой, я ничем не помогу.
Иди в очко на Пуджена своем. Хорошо, хоть так. Запарил этот Пудж, вы посмотрите на него. Но все равно победили. Победили в любом случае. С такой мартреткой мы вчетвером играем. Мы играем вчетвером. Мартретка не играет, ребятки. Потная катка. Есть линка. Хорошо. За минус две стороны взяли линку еще дополнительно. Хорошо, теперь Пудж нам не страшен. Пудж нам не страшен теперь. Куда ты меня забрал? Я иду за линкой, за своей. Вот он меня куда-то забрал, за линкой шел. Все, гоу. Гоу драку. Пошли драться. Мартретка, конечно, лютая. Опа, там кто-то по лесу бродит. Кто-то по лесу бродит. Хорошо, сейчас будет, походу, весело тут. Шадуфин где? Интересно, если сейчас я Шадуфин, да? Вот тут где-то выцеплю. Вот сюда. Шадуфинды. Час ночи, отлично. Ух, нифига, да я просто мапхакер. Тупо мамкин мапхакер. Эх, но не попал. Жалко. Жалко, не попал. Линка, братан, у меня. Я тупо мамкин мапхакер. У, попал. Я помогу. Что, ты меня убить собрался, что ли? В сказку попал? Я бы. Ох, же ТТСФ, сумонь. Вот он. Я просто мамкин мапхакер в этой катке. Тут, если честно, отвечаю. Тут, походу, ну, видно. Ну, вот, вот блин, если бы я играл против такого лишрака, я бы подумал, что он мапхакер. 100%. У меня линка, братан. Опа, а че-то в линку ультанул, что ли? Ну ты, получается, крыса. Я попал в него станом. Ля, идет. Оу, щит. Вот это жестко. Джи-джи. Джи-джи. Вот такая катка, друзья, у нас вышла потная. На канале Сен Азес увидишь игру. Такая потная катка, друзья, у нас получилась на лишраке. Надеюсь, она вам понравится. Вроде вышло неплохо. Были ошибки, безусловно. Но без ошибок не бывает никогда успеха. Запомните эту тему. Если вы сейчас ошибаетесь, то потом вы будете играть чище. Глядя на мою игру, вы можете, в принципе, понять, где я ошибся, где я не ошибся. Ну, вы же мои профессиональчики. Ну и что ж, теперь остается у нас еще одна каточка. Сейчас фановую пойдем. Ну и эта каточка такая была более серьезная. Напишите, что вы думаете насчет мартретки, потому что, ну, это жесть какая-то. Как можно так жестко афкашить? Я хз. Поехали некстовую. Нет. Так, ну что, друзья, очередная каточка у нас. Идем на центральную. Сейчас будет фановый билд. То, как не нужно играть, то, как нужно играть. Это первая, вторая катка. Собирали все, что хотели. К сожалению, Дискорд и Октарин в этой катке не собрали. Ну, а что поделать, что поделать? Потому что, ну, не было возможности эти артефакты собирать нужно. Вот просто мне нужна была линка, первый артефакт, и я обещал через Аганим. Я это собрал. К сожалению, через Дискорд уже не успел. Ну, бывает, бывает, ребят. Так, что, берем? Берем вот этот билд и уихалы. Центральную, сейчас будет у нас керри билд. Посмотрим, что будем собирать. Ну, это будет, наверное, интересно. Через что будем играть? Через первый, второй или через первый, третий? Я пока не знаю. Будем сейчас смотреть по мидеру.
Что у нас будет на миду? Да будем, наверное, так же гибридно раскачиваться. Стан в двойку, диаболики в 4 и молнию в 4. Так, Бона Флетчера взяли, Вич Доктора взяли. Посмотрим, что у нас будет. Посмотрим, что у нас будет. Ну, Бладстоун в любом случае будем собирать. Посмотрим, если будет хороший фарм, сразу купим Дагер. Потом будем брать Бладстоун быстренько. Хотя лучше всего Бладстоун брать сразу, потому что Бладстоун это Бладстоун как-никак. Так, если будет Хускар на миду, то будем качаться через второй. Кстати, я все равно тут буду через физику качаться. Хускар будет отлетать. Через Лотар, скорее всего, пойдем. Сильвер Эйдж. Море атак спида хочу, прям много так. Тык вот так вот. Поэтому молния, конечно же. Но Бладстоун, Дагер. Не, не Дагер, Бладстоун, Лотар, молния. Молния и потом Кирасы, Сатаники. Всякое такое. Ну, по дефолту, в общем. Что по дефолту собирать на керри? Конечно же, Сатаник, Скади, молнию, Кирасу. Будет еще Бладстоун и Тревел. Сатаник, молния, Кираса, Бладстоун, Тревел, Лотар. Все, вот такой билд примерно получается. Посмотрим, как у нас сейчас будет выходить. Но это фановая катка, друзья. Ну, надеюсь, фановая перерастет в... Серьезно? С такой, с красивой победкой. Это будет интересно. Так, ну что, выходим на руну. Че, будем драться? О, с Боникой. Будем. Два. Три. Раз. А не успеваю, по идее. Успеваю. Ну, подстилил парень. Он со вторым был, Боник. Боник со вторым был. Ладно. Поехали. Узкий на миду. С Ускаром будет весело. Но у него дистанции не будет хватать, чтобы меня задрачивать. Ему придется бежать через Крипиусов. Дамажем чуть-чуть. О, так это смерть. Под диаболиками ты шо? Под диаболиками ты шо? Это смерть, братан. Сразу. Сапожок берем и хилку, ребят. Будем доминировать тут максимально. Не удалось Хускара. Сейчас будет злой Хуск. Мы подхилимся. Опять идет умирать. Диаболики включили, побежали. Ты что делаешь, лол? Что делаешь? Отлик, гоу. Что он делает, этот парень? На Хускаре. Максимальный фит, что ли, включает? Когда на, работать начинают диаболики, тогда нужно брать, сразу же забегать в пачку крипов. Потому что диаболики соло таргет — это очень больно, поверьте. Вот просто Хускара с фулл хп второй левел убивает. Ну, не второй левел там, конечно, но... Хорошо. Сейчас на руну пойдем, вот эту пачку крипов. И в руну. Не попал, пойдет. Все. Погнали сюда. На пятом возьмем диаболики. Через диаболики играть все же будем. Вообще на изи. Линию пушим, заходим под тэшку. Он мне типа преимущество, что ли, дал? Типа такое. Типа, ну ладно, на тебе, я подфижу, да? Ты пешится. Ну, почти убил. Но это жесть. Я бы его задушил. Но он тут не стоит на миду. А вот это закупаем. Овныч. Овнят все стороны у нас. Неужели никакой оппозиции не будет? Тушим тавр сразу. Если играем через диаболики, сразу, как есть возможность, к тавру. Подходим сразу. Тавр в мусор отправляем. Оп, хорошо. Поставим в наглую вард, ничего страшного.
ману восполняем как можно сильнее. Сейчас там с ТП-шкой, брасер ТП. Понимаю. Я через Мидас. И в фарм уходить буду. Через Мидас и в фарм. Будет круто. Кто-то ТП сделал, что ли? Вот кто-то ТП сделал. Одного нету, да? ВД, возможно. Можно это ВД сделал ТП. Да, это был ВД. А, это Боне был. Да, это был Боне. Я смотрю, кто, думаю, кто, кто мог ТП сделать. Я такой ВД, а Боника я не видел на первом слоте. Что он делает? Залагал? Да. Да, вот так вот Бойник пришел и обоссал меня. Понял я. Че там, кстати, по стикам? Стики нужны будут? ПТ-шка. Блин, как я не увидел, что не понял, что там Бойник сейчас будет. Жесть, ребят, но мой фейл. Фейл мой, безусловно. Фейл мой. Безусловно. ВД овнет. Да, пошел на руну. У меня сейчас диаблоки будут. 6 секунд. Хорошо. Диаблоки. Как же они пилят мощно. Все, докачали в 4. Хускар меня максимально фидит. В прошлой катке Хуск играл на Пудже. Овнил. Ну как овнил? Мид он мне слил. По игровому процессу он очень много сделал. Очень много суицидов было. Ну везение, но... В Африке везение, в принципе. Он молодец. Давайте Мидас доколотим уже. Сколько там? 155 маны. Очень много. Мидас остается чуть у нас. Для Бойника я, конечно, буду сладкий кусочек. Просто. Это временно. Ой-ой-ой, ВД, не надо, пожалуйста. Не-не-не, брат, пожалуйста. Не надо. Из Бойника не надо, независимо. Чуть остается до Мидаса. Хорошая руна, отлично. Мидасиус, пожалуйста, 6-я минутка, хочу. Хочу Мидасиуса. Хорошо, зафармили. Молнию раскачиваем. Стан не буду качать сейчас. Стан двоечку. Сейчас пойдем ВД убивать, кстати. Мидас закинем в лес. Мидас в лес. Боник на низу. Такая кура чисто. Но меня видели в этот момент. Давайте, знаете, что сделаем? Иллюзии направим на ВД. Лучше всего одного целого отправим, а этого оставим. Он у него каски кинет, Маледикта заюзает. Нет. Ну, го, окей. Не подводим, потому что... Ой, ну это стил. Жесткий причем. Он того не стоил. Жесткий стил был. Там на топе весело, жесть. О, Боник злой. Боник злой. Пропусти, подмочка. Там злой Боник. Пойдемте на топ сходим. Отлично, на топ надо срочно идти, ребят, очень много овнинга на топе идет. У меня хп, правда, мало, но Мидас, и проблема в Мидасе. Гоу задушим, тем не менее. Готоп. Мидас закинем в крипов. 2 секунды.
Даже пофиг, примем весь дэмэдж. Хорошо. Все, Bloodstone делаем, ребят. Первый артефакт, который будет, это в любом случае Bloodstone. Нужны хитпоинты. Хитпоинты нам нужны. Иду. ВД. Боник проблема. Но это временно. Так, все, спугнули, да? Да герочек бы, блин. Yes, free farmed. О, монетка. Хорошо. Let's go. Получится у нас? Не, варды стоят, да? Варды стоят, и я сразу понял, что нужно делать. ТП-шку. ВД-шка на миду все равно страдает. Жесть, вот парень дает. Вообще просто не отходит с мида. А для меня сейчас вообще там нет никого опасного. На самом-то деле. ТП-шку главное иметь, пацанов подсейвливать и все. Будем на эксп кидать мидас. Постоянно. На эксп. Молния в тройку. Хорошо, пойдем на руну. Иллюзия. Прыгай, бро. Махевич, да, душит. Ультует пол хп. Вай, молодцы. Собрали. Ну на топе вся суета, да? Да, и боник там. И хуск там. Пол армлета. Плохо. Так, 11-й. Пуск на миду. Гоу, мид дефить. Мид дефить. Долгий фарм получается через мидас. О, меня закрыли. Я умер. В любом случае. О, в спину. И БД. Потма запарила стилить. Я байбекаюсь зачем, чтобы стилить? Жесть. Я на фул ману тут пилить буду. Блин. Просто стилит по-страшному. Но у нее так получается просто. Она у меня забрала 4 фрага. На подмена своей. Тупо 4 фрага забрала. Это жесть. Просто забирает. Плохо все на самом деле. Я отлично вышел с лайнинга. Дальше я ничего не могу сделать. Я не могу никого поймать, не убить. Ничего не могу. Поймали сейчас меня, наказали. Я байбекнулся, минус все золото. Ничего не взял. Хускара забрала потма. Это плохо. Очень плохо. А, GG. Давайте попробуем попушить, товарищ Свинус. Товарищ свинья, давайте пушить. Давай. Ай, конечно же, глиф. А по топу пойдут. Ну, на ТП придется на базу лететь.
Все, я ушел. Да, жестко, пацаны. Ну вот, что значит командная игра. Молодцы, парни. Деф. Знаю, фейзы делать я не хочу. Пусть сделаем пока. Временно, чтобы стрейфиться. Го-го-го. Задушившись. Хорошо, молния делает свое дело. Хорошо. На фейзах сделали вещи. На фейзах. Куда ты их забираешь? Ладно, одного крипа оставим, чтобы Боник тут не жрал, так как мы находимся сейчас не в доминации. Yes, без даггера. Надо бы ему вот эту всю тему убрать, конечно. Он без даггера. Блин, Бладстоун очень поздний будет. Мидас очень сильно мне откинул тайминги. Очень сильно. Очень сильно. Блин, этот инвокер такой конченый на самом деле. Тупой. Конченый тупой чел. Постоянно срет. Тупо срет в чате. Он не играет, он срет, сидит. Пуск тут тоже. Его сюда. К доктору лучше. Стан. Его тоже забью. Пойдет. Но плохо, станом не попал из-за ОЕшки. Печально. Мне нельзя так размениваться. Так, но тем не менее у меня есть солбустер. Нормально. Но если бы я даже попал станом, не факт, что я бы выжил. Пуск, кстати, тем не менее такое не оставляет. Пускай такой герой, суицид просто, бежим. Один фиг, у нас это фановая катка, мне все равно, какой будет исход. Главное повеселиться и сделать максимально интересный билд. Пока что очень потненько идет, но это и хорошо. Потому что первая катка была очень легкая, а эта катка будет такая потненькая, я думаю. Эта катка будет потненькая. ТП на базу делай. Сгоришь нафиг. Поздно. Додумался. Поздно. А чё, куру слить хотите, да? А я не дам. Свинюка лицом повернулся. Чапалаху получил. Давай, давай, давай. Сюда. ТПшку. Хорошо. Сейчас будем душить. Близко не подходим к нему, хотя уже пофиг. Да ладно, уйдет еще. Серьезно. GG. У меня мана кончилась. Просто смех. Вот мой energy booster, который на базе вместо ТПшки. Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Просто я два фрага упустил и сдох еще. Вы прикиньте, насколько это хреново. Фордж-то поднимай. Поднимай фордж-то, направь на него, господи. Зато мать сидит, оскорбляет чужих. Кто играет. Налегке, пацан, вообще. Добей его. Просто развернулся бы, сейчас бил, он бы не смог переключить. Как что ты нокер. Боник. Так, ну ладно, окей. Видим, как моем. Ой, ВД даггер взял, молодец. ВД даггер взял. Это плохо, кстати. ВД с даггером плохо. ВД с даггером это плохо. У меня не до фарм сейчас идет. Кстати. Из-за ошибок моих. ЕСа не добил. Если не добил, начался трэш. Давай, давай, ну Виталити бустер купи. Ясно. ВД не убить, даггер. Сори.
Так, но есть хотя бы солбустер. О, он сейчас в этом заступаться будет, сюда прыгать будет, не? Или не будет? Ой, да ладно. А вот доту собрался. Хорош. Отлично, кто там идет? Хускар. Понимаю. Сейчас бы от хускаров убегать. На лишраках. Ну хотя в любом случае убегал бы. Нормально, ну пока терпим. Даггер next там. Ну, надо доделать Bloodstone и дальше даггер. Блин, очень сильно я себе мидасом тайминги откинул, жесть, ребят. Никогда не собирайте мидас. Я думал, если керри билд, то, конечно же, в керри билде с помощью мидаса легче выфармливать. Но, жесть, я очень сильно тайминги откинул себе. Очень сильно, просто нереально. Это плохо, ппшку надо. Серьезно. Я убегу. А вот он не убежит, печально. Подхукай, бро. Да не его, его подхук не был. Так, ТП-шка. Внизу. Акс с БМ, а Макс меня БМ убил. Сколько у него? 1100 хп. Да немного. Да немного. Ой, хорош. Зафармился. Найс. Инвокер забрал, да? Так. Далее. Фановый билд. Далее молния. Вообще даггер надо. Блин, ну опять-таки. Лишрак, блин, без даггера, без Bloodstone, это не лишрак. Все, гоу. Так, берем, обузим ману сначала. Найс, обузил. Хорошо. Гоу-гоу-гоу, это что за пацан такой врыв делает? О, господи. Я понял, а что меня лупишь? Господи, ну я умер. Бегать. Нет, пожалуйста, боны. Не души. Ой, хорош. Я умер все равно. Ой, жесть. Как бред. Опять, как только получил Bloodstone, сразу мне их выбили. Жесть. ВД, кстати, молодец, что не сюда пошел, не в дефолт. Он бы сразу от стана отлетел. Жесть. Вот это потная игра. Блин, лучше бы потные игры первая и вторая были бы, чем вот это сейчас на фановой катке вот такой вот разнос. Ну да ладно, сейчас будем все равно. Боник с диффузом. Это забавно. Боник с диффузом. О, Лотар Сейдж сделаем. Мы же все равно в сильверуху будем выходить. Лотар, если что, ультимейты побежали. Почему нет? Пусть что хотят делают. Пусть даст и покупают. Криси. Шрак, лишрак, лишрак. Так, а там руны нету. Я не видел. Кто мог забрать. Ладно, 7 бладиков имеется. Фейзы. Медасиус. Пока что время работает полностью на нас. У меня 16 уровень. У меня самый высокий левел. В принципе, не удивлен. Если ару попадает, можно убить. Ой, хорош. Ну, теперь я за стилю. Отдать должнее. Отдать пресс F to pay respect. Хорошая рута. Боник на топе. Надо Боника захейтить. Боника надо захейтить. Кстати, Хуска я соло убиваю. Под диаболиками. Ультуй. Да не туда ультуешь ты. Ты не устал?
Но тут ты не переарм... Да как ты успеваешь переармлечить под этим ДПС, лол? Хотя там ДПС секундный, но там диаболики еще работали. Диаболики еще работали. Так, есть у меня уже. Хорошо. Ладно, нормально. Пойдет. Гнали на базу. Есть у нас Лотер Сейдж. Хотя можно заскочить на рунку. Лотер Сейдж имеется. Аккуратно тут на руне. Нулик продадим, давайте возьмем Тепу. Спасибо. Восполняем ману. Пойдет. Молодец, Боник. Даст и купить, я Боника убью, в принципе. Так, есть у меня кнопка. Почему у нас топ так сильно пушится всегда? Этого я не понимаю. Сейчас Боник, наверное, мид будет выходить на свинюку. Я там БМ. ВД идет. ВД, если прыгать будет. Поехала. Замедляй, замедляй его. Я бегу в лотарь. Пуск идет. Там и Боник еще, по идее. Я не буду. Б. Не один там. Да, там Боник еще, как я сказал. Да. Ну, гоу сюда. Поехала. Ля, как закрывает. Ты чё, псих? Ах ты, Крис. Ага, вверх пошел, я увидел. Ну и если там вард стоит. ЕС видел меня, куда я бегу. Дасты сразу, кстати, взяли. Кто на низу? Ахевич. Ахевича задушим, сейчас пойдем. Погнали. Старый лишрак, кстати, у нас получается. Поехала. Фармим просто. По 700 маны просто нафиг осталось. ВДшка. Сейчас руну пойдем брать. Жесть, у меня так спид большой, прям рели большой. Так, там БМы делают. Блин, я не хочу БКБшку тут делать в этом, потому что тут керри билд будет. БКБшку я тут делать не хочу. Так, от Боника взяли кнопки. Боже, пуч, шо с тобой, брат? Либо лев. Она почти наполнилась уже, хотя 10 бладстоунов. Это очень хорошо. Так, у нас тут есть вижен. Пятером мы можем душить. Опа, вардик. Опа, вардик, опа, левел. Боник. Один шелкер, вопрос. Я понял. Я понял, я не буду тут заступаться. О, хотя Боника. Хорошо. Там ЕС еще прыгать будет, да? Да, вот он. Хорошо. Это классика. Эль классика. Раскайтили, забайтили, разбайтили. Задушено. Жесть. Раскайтили, разбайтили. Погнали вниз. 14 бладиков, это хорошо. Так, у нас есть 3К. 3К. Имеем. Боник делает хекс там. Будет соло таргет и жесть как вырезать. Оп, отлично. Хорошо. Блин, можно вообще через Октарин третью катку, а не фановую сделать. Я думал керри билд сделать по фану. Но тут можно через Октарин сыграть, раз такой необычный у нас билд все равно получается.
Просто катка хорошая, можно ее сделать еще лучше. Просто красивым билдом. Почему нет? Как раз хп нужны. Почему бы и нет? И шампура. Есть Мидасиус, у нас получается. Но давайте все равно лучше, ну, по фану. Фан есть фан. Блин, я на самом деле такой в жесткой дилемме. Рили. Делать это или нет? Керри билд. То есть, ну, по фану так можно было бы. У нас инвокер какой-то. Слишком агрессивный. Видимо, в детстве мало кормили. Злой на всю жизнь. Хорошо. Кади можно вообще сделать. Тупо по фану. Почему нет? Так, я ломать эту сторону буду, потому что там ребята на миду дерутся. Ребята там дерутся. Я тут подерусь. Хорошо. Ну, кнопку я успел нажать. Давай, давай, убегай. Я понял, суицид. Ай! Главное, ульт успел нажать. Так, ладно, БКБ не хочу делать. Я БКБ не буду делать, ребят, нет. Что мы сделаем тут? Сейчас бы, да, прикиньте, сатаник нажимаешь. Ломаешь. Го, сатаник. Чего нет? А чё нет-то? Сатаник сразу. Хрен ли не. Погнали, сатаник. Делаем. Инвокер вообще конченый чел. Жесть просто. Реюзает постоянно. Мамку постоянно. Чисто такая маленькая девочка. Юная такая, которой все не так. Вот ей вот надо, чтобы максимально все вот там вот делали все для него. Вот такой вот. Это жесть. Таким человеком нельзя быть, ребят. Отучивайтесь. Если кто-то так же себя ведет, как инвокер, отучивайтесь. Это некрасиво. Так нельзя себя вести. Потому что это кончено. Это кончено так себя вести. Ублюдок, фарма мало тебе, ты конченый, а вы все конченые. Такой чисто слишком отвратительный чел. Что там на миду даст? Ага, дастов нет. Хорошо. ВТшка вон он. Ага, там на руне драка сейчас будет, да? Но мне туда надо бежать. Бегу туда. Волосы назад. Нужно хоть какие-то бладстоуны поднять. Поник там еще. Ай, я такой стан хороший закинул. Я Боника не догоню с его МСом. О, вот ВДшка. Боника с его МСом я не догоню. О, догнали. Догнали. Хорошо. Хорошо, о, господи. Где мой сатаник? Где мой сатаник? Сатаник, дальше. Молния. Есть сатаник. Побежали вот этого пацана душить. Если что, сатаник включаем, убиваем. Хускара. Хускар versus Лишракус. Let's go. Хуск сейчас на ТПшке просто газанет. Да мне пофиг, у меня сатаник, давай драться. Вообще пофиг. Сатаник включил, Хускара победил. Изи. Сейчас бурезу как бахну. Бля, ты крыса. Сатаник special for you, братан.
Хорошо. Это жестко. Станик уже есть, вдруг Бонник доковыряется. Погнали по топу. Молнию дефолтную, да, типа, чтобы скорость атаки была высокая. Я топ сломаю. Вон Бонник идет. Со скади. Ой, со скади. С хиксом. Добью. Опача. Так меня что, убивать собрались? Стан главное откинуть, дальше пойдет. Хорошо. Ой, ну нету сатаника, кстати. Станчик. Опа. Забавно. 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 Забавная тема с этим сатаником получилась все же. Вот, хил. Стрим не идет, ник другой, все, значит, не Одесс. Хорошо. Все, фул хп. Так, что делаем? А так спид какой-нибудь надо. Типа молния. Го бабочку. Го бабочку. Почему нет? Сколько у нас? Вот это продадим сейчас. Отлично. Гоу за бабочкой. Бабочку давно не делал, хочу бабочку сделать. Сатаник, бабочка. Почему нет? Хрен пробьют. Оп, хорошо. Так, 3300 и 1800 нам нужно. 3300 и 1800, это получается 3300 это 4300 и 800 это 5100. Надо нам 3300 и 1800. 5100. Фармим. Забавно получается. Потная катка перерастает в интересную, фановую. Сильверуху, да, хоть бы еще. Блин, а не за столько фарма. Я тут бегаю. Надо нести. Плюсую. Лакер пошел фармить. Интересно, успею зафармить все? Хорошо. АФК лонг. Кикнули. Кикнули пацана. Все, let's go, есть бабочка. Есть бабочка. Оба. Ля. Еще два слота у меня. Один слот. Ну, один вместо Мидасиуса. Скади можно сделать. Или манту. О, курочку можно подгрызть. Стой. Не убью с одной тычки. Рокер убьет. Молнию бы сделать, кайфом было бы. Давайте молнию сделаем. А так спит лютый будет. Но сначала сильвер хочется. Опа, иншолкера гоняют. Иншолкера гоняют. Гоу. А тут опасно уже. На мид. Сильверуху сделать хочу. Сейчас сильвер сделаем. Как хорошо с Бладстоуном мана бесконечная тупо.
Ай, Бристлебутск залагал. И это печально. Остается чуть-чуть нам. Сейчас соберемся вместе. Сейчас сразу плюс один слот купим. Дополнительно, если он вылетает. Ну, с одной стороны, это плохо, что он вылетает, а с другой стороны, как бы пофиг. Молния есть, можно поесть. Вообще, лучше бы сделать было бы скади, но видите, атак спида не будет. Молнию. Молнию сейчас сделаем. Лучше молнию. По фану чисто. А чё нет? Секатка фановая, почему бы и нет. Та-та-та-та-та-та-та. Блин, я запарился гайды писать 4 на 4, вот такие вот 5 на 4. Ну, не получается у ребят оставаться в играх. Я что могу сделать? Жесть. Я уже так давно полноценные гайды не писал. Сильвер почти есть. Сильвер почти есть. Хорошо. Так, свинюка вылетела. Там этот его раздевает. Продай нафиг все. Свинюку раздел там. Хорошо. Ждем сильверуху. Вайн шалкер. Опасничка. Там БМ ищет, это плохо. Инвокер Эктарин имеет. Это бесконечные прокасты. Сейчас сильверуха прилетит. И у меня еще один слотик остается. Свинюка задефится там. Все, есть сильвер. Опа. Они опа. Рюшка дефится. Опа, подхукаешь? Хок. Только. Решушами. Походу я пока шестой слот не одену. Походу пока шестой слот не одену, не будет суеты. Засели пацаны на деф. Все, пошел дэмэйдж. Оу, щит. Хорошо. Все, погнало. Души с руки называется. О, хикса дали. Но я с сатаником там с руки душил стоял. Армалин было. О, Ахевич. Так это ж... не страшно. Это что, на вставочку что ли? Сатаник юзаем, убиваем. Походу. Эвич, доктор, брат. Жесть. Жесть. Это жестко. Че, ластовый слот какой-нибудь? Сейчас придумаем. Ластовый слот. Молнию давайте, что придумать. Чтобы атак спида больше было. Голунные колодцы. Тушить. Инвокер гем отдал, да? Я не пойду там помогать. Погиб. Инвок. Невольник чести. Жесть, у меня отхил. Жесткий. Погнали сейчас в магазик. Котакуру там юзнул. Покупаем. Сейчас молнию. Докупаем.
Муншарт и поехали за рампогой. Жесть, у меня артефакты, конечно, страшные. Так, продаем, покупаем. Молния есть. Я могу Рошана задушить. В принципе. Что-то молния имеется, да? Поехала. Фарм контора. Хорошо. Вот это я понимаю, фановая каточка. Хорошо, душайте. Душайте, делаем. Бери АЕК, братан. И поехали. Я не знаю, как вам, но мне ржачно с этой темы, что у меня такой билд на Лишраке. Че, 2700 хп, типа, ну это нормально. Плюс сатаник. Еще остается муншард запать. Вот с муншардом. Продушить всю контору и тревел взять. Дэмэджа не хватает, конечно. Дэмэдж побольше бы. Но дэмэджа, в принципе, из-за бабочки. Ну, бабочка пусть будет. Промах. Промах. Того достаточно. Хватает. Главное, чтобы фан был. Жестко. ПКБшки там. Аганимби. Страшно туда соло заходить. Я, наверное, пока пофармлю. Лучше пусть зайдем толпой потом. Чем... Подошел. О, гем. Гем. Гем лежит. Поес вон висит там. Гемчик. Гем. Чего душить? Заходим в хайграунд. Сбиваем пассивку, пацаны, и пошел дамаг. О, ищ меня у поля. Поехали. Молнию накинул на себя, задушил. О. Сатаник нажал, хиляюсь. Все, достаточно. Жесть. Это жестко. О, Бонни. А, не, не Бонни. Бонни же покинул, да? Ну, душим. Трипл килл. Трипл килл. Меня, конечно, фиссуру надо дать. Ну, нормально. В целом, в принципе, билд получился интересный. Пойдем еще муншард доберем, посмотрим, а так спид какой будет. Билд в целом получился интересный. Мне кажется, ну, прикольно будет. Причем катка еще такая потная была. Вначале овнили нас по-страшному, а потом начался какой-то перевес. Я начал хоть что-то чуть делать, потому что появились артефакты, которые мне стали действительно... нужны. Ну а сейчас хз. Погнали с атак спид смотреть. Жесть. Лишрак, который душит с руки. GG. GG, друзья. И это GG. Погнали уже в колодец. Ребята дефятся. Пацаны, кату разбейте. GG. В общем, друзья, вот такая катка у нас получилась на Лишраке. Смотрите сами, первая катка была очень легкая, вторая была посложнее, третья это чисто фановая. Не знаю, смотрите сами, вроде как получилось неплохо, но тем не менее, данный персонаж, его можно реализовывать по-разному. По-разному, абсолютно по-разному. Или через Юл фастовый, чтобы подняли на Юл, дали стан. Или же просто, как я, использовал тупо с даггера врыв, сразу стан в тупую и можно... так душить. Ну и, конечно же, Bloodstone — это наше все. Ну, я не знаю. Лишрак без Bloodstone — это не Лишрак.
Ну, на этом все, друзья. Спасибо всем, кто посмотрел. Напишите в комментариях обязательно, что вы думаете по поводу этого гайда. Конечно, все, я знаю, что некоторые ребятки профессионалы есть. Конечно, как всегда, напишут какой-нибудь негатив. Но, тем не менее, я сыграл на лишраке игр 8, и все 8 игр я просто победил. Не знаю, герой вообще не сложный, и проблем никаких на этом персонаже играть не составляет. Поэтому, друзья, желаю всем играть на 85-й карте, на лишраке. Аккуратно играйте с третьим спеллом, потому что он немного пофикшен. Ну и в принципе все. С вами был Ксеназос и до скорого. Итак, друзья, загрузилась у нас первая катка. Как видите, оппоненты уже понапикали. Я, к сожалению, не включил запись, как обычно, я это люблю. И что ж, играем мы на лишраке. Что у нас не любит лишрак? Лишрак, конечно, не любит у нас жестких прокастов в начале, жесткого гнобления он не любит, потому что ему очень тяжело будет восстановиться, если в случае, если был там баратрум, будут его душить в миду, то, к сожалению, лишрак, мало того, что он сейчас не в мете, так его еще и тяжело будет поднять в случае, если он очень сильно расфидил. Через что будем мы тут качаться? Качаться будем через первый, второй. Возможно, будем качаться гибридно. То есть второй, первый спелл выкачаем на 2-3 единицы. И начнем второй и третий качать. Посмотрим, как у нас тут пойдет. И по артефактам, конечно же, самый главный артефакт, который у нас здесь будет, это Бладстоун. Через Бладстоуны будем играть в этой катке. И, конечно же, будем душить. К сожалению, руну мы прогуляли. Хитбокс, как обычно, я не увидел. Невозможно хитбокс поднять было. И что ж, у нас тут инвокер. Ага, сразу вард поставил. Го драться. Разменивает хитпоинты сразу с инвокером. Чтобы он там манку, хилку закинул уже. Курочки нету, к сожалению. Не могу сразу себе вард принести. Нужно максимально попробовать прокрипить эту линию. Не знаю, как у нас получится это дело. Помешали инвокеру добить? Нет, не помешали. Все равно добил. Хорошо, а тут мы... Тут мы оказались чуть-чуть посильнее. Оп, отлично. Хорошо. Нафармили курицу, ребят. Вардик. И сразу синий вард надо принести нам. На третьем левеле постараемся сейчас диаболики вкачать двоечку. Инвокер 100% будет наш. Но не факт, конечно, но... Сейчас бы вижена мне. Попал, интересно? Попал. А, нет, не попал. Вижен нужен, поэтому. Плохо. Очень плохо, ребят. Очень плохо сейчас все сделал. А, еще и тавр мне сейчас чипалаху даст. Ясно. Классическая, классическая на самом деле. От санстрайка уворачиваемся. Ждем с энтри. Но мне нужно расходник еще взять какой-то будет. Потому что... Ну, а с фармом у меня все очень плохо. Я станом не попал, я надеялся на то, что стан там попаду. Потому что должен был там попадать у меня персонаж. Так, есть сентри, но на расходник пока денежек нету. Очень сильно меня сейчас... Экономику мою подпортила. Покупка курьера с 200 золота в ранней стадии. Это два расходника, которые я, к сожалению, никак не смогу восполнить. Никак не смогу приобрести дополнительно. Давай, курочка, ждем тебя. Хорошо. Хорошо, есть у нас. Давайте поставим сентри. Попробуем заластхитить. Не заластхитил, отвратительно. Инвокер сапог взял, все. Шансов через второго очень мало тут убивать. Но попробуем. Попробуем. Никогда не говори никогда. Never say never. Надо линию отпушить, что я так гонюсь. Первая катка. Вообще незачем гнаться. Инвокер, конечно, сапог, это плохо. Хорошо. Сейчас тоже сапог возьмем. Уравняем шанс по МСу. Угу. Курочка у нас там летает. Инвокер молодец, что взял сапог на самом деле. Понимает, что я играю через второй без молнии. По левелу, в принципе, у нас все нормалин. Так, сапог. И ману.
Хорошо, берем диаболики еще раз. Надо линию отпушить, ребят. Очень близко стоим. Я постоянно у него под тавром стою. Это нехорошо. Это нехорошо. Каталашка сейчас вот тут надолго меня закроет. У него под тэшкой. Если не солью ее, конечно. Хорошо. Если сейчас не получится у нас убивать его никак через диаболики, то убивать мы будем его только с 6-м левелом уже. Главное, еще стик бы нам взять. Не забывайте, что курьера вам должны покупать. Если вы играете в обычную игру, вам должен 4 или 5 купить курьера. И желательно вардик еще, чтобы вы ни в чем не нуждались на меду, чтобы вы спокойно стояли. Ну и, конечно, в идеале еще какой-нибудь ганг, чтобы вам произвели. Но, типа, это уже из области фантастики. 6-й левел инвок. Он меня перефармил на левел. Так, промах вылетел. Что там, стик, да, берет он? Ну, я кнопки не юзаю, в принципе, ему стик тут не нужен особо. Сейчас 6-м левелом начну кнопки юзать. Мне бы самому тоже стик, но кура улетела. Ну, 6-й уровень. Хорошо, у меня тоже 6-й. Все, можно сейчас попробовать быкануть на него. Все, поехали. Будет тоже огрызаться, да? На МГГ тут. Я его соло забираю. Он ошибся. Все, найс. Нажали все кнопки, побежали. Нормально, неплохо. Но Урса помог в любом случае, но я сам бы его забирал. Изи. Могу топ. Я могу, могу. Дайте только достоять. Сейчас ботл надо. Так, диаболики в двойку. Хорошо, ботл. И стик. И тпшку. Все, отлично, запаковались. Что там на топе? Антимаг. Плюс кентавр. Ну, это очень тяжелый будет ганг. У этого хитпоинтов очень много, надо ботл ждать. Но попробуем сейчас. Жди. Если руна еще какая-то полезная выпадет, вообще классно будет. О, хорош. Отличная руна. Кентухи. А, у него мана нет на стан. Антимага бы собрать тогда сразу. Нормально, они очень близко. Хорошо. Хорошо. Возвращаемся на центральную. Санстрайк под ногу. Хорошо, на характере просто. Просто на характере. Туха пришел. Что-то кентавр хочет от меня. Так, ну 16 секунд. Что у нас имеется? У нас сейчас имеется хороший ганг. На топе ганганули парню. Дали немного экспириенса. Дали немного золотишки. Дали хил нашему керри. У нас парень фармит. Давайте сюда мансанем. Мало ли там мобхак. Оп, быщ. Нет, все нормально. Так, берем ТПшку, две ТПшки и возвращаемся на центральную. Нужно стоять с инвокером. Инвокера нужно овнить. Сколько там вард скоро пропадет, да? Возвращаемся. Кентавра бы убить. Классно было бы. Классно было бы. Но это из области фантастики, я так понимаю. Хорошо. В принципе, если он сейчас ошибется, я его задушу. Второй плюс ультимейт. Миллион урона. О, иншолкер. В инвиз заходи, братан. Жесть. Сколько дэмэджа, это жесть. И все равно, даже если он зайдет в инвиз, шансов там нету. Так, первое, что мы обещали сделать, это Bloodstone. Но на самом деле я сейчас сомневаюсь на покупке с покупкой Bloodstone, потому что... Блин,
отлично. Я тебе ман еще запулю. Только отойди от тауэра. О, такого вообще запушу. Запушим чуть-чуть. Подпушим. Все, отходим. Инвокер пришел. Можно сделать дагер. В принципе. В данном билде сейчас дагер. И с дагером начать выгангивать. Хорошо. Подбайте, может прыгнет. Не хочет. Я для антимага бомба, на самом деле. Знаете почему? Потому что я постоянно буду без маны. Это очень плохо. Можно сделать дагер сейчас, с дагером овнить. Инвокера с дагером по КД буду овнить. Плохо. Не попал. Не попал станом. Хорошо. Так, раскачали мы первый и второй максимально. АОЕшка максимально здоровая у нас. Твали. Антимаги на своем. Он хочет, знаете почему? Ну что, у меня нету маны, он поэтому нападает. Там санстрайк, мановой, до свидули. Ребята там не овнят. Нет-то. Я бы не отказался от даггера, на самом деле. Или Юл вообще. То есть, ну Юл это вообще, что за вещь? Можно Юл ферст артефактом сделать. И от антимага, и монореген первый. Давайте Юл сделаем ферстом. Сейчас Юл стоит с ресипи, да? Че антимаг сюда фармить пришел? Непонятно. Я стою без маны, мне опасно стоит. Че за руна? Нету руны, да? Леха. Сейчас Юльчик. И дагерок. Вдвоем парни фармят. Антимаг блинк раскачивает. Так, есть Юл. Хорошо. Опа. А ну, барак. Типа, если бы сюда пошел, я бы забрал бы сразу. Я не догоняю. Нарубчик, брат, давай. Работай. Молодец, что зря плачу тебе, что ли. Так, Юл имеем. Первый артефакт Юл мы сделали. Потому что первый артефакт Юл. Дальше. Дагер. И если что, по возможности Бладстоун начнем. Пуск, будешь прыгать на меня? Но мне кажется, я бы его не задушил. Я диаболики уже восрал. Без диаболиков шансов зеро вообще его убивать. Погнали. Так, Хуск 7 левел. У меня 11. Next дагерок. Хорошо. Восполняем ману как раз пассивно на июле ману. Восполним. И можно в ганг какой-нибудь легкий выйти, тупо через Юл можно очень хорошо законтрить кого-нибудь. Того же антимага. В случае, если станом не буду попадать, там Юл стан. Next dagger сделаем. Бладстоун, конечно, первым артефактом по кайфу, но мы в next катках будем собирать, если что, Бладстоун первым артефактом. Так что пока что чилим, отдыхаем. Жалко, что на мне до сих пор висит трек. Тут Bounty Hunter. О, вот так вот. Так вот. Вот так вот, на характере, ребят. На характере. Так, там антимук еще, но у него нету манновой, да. Хорошо, у меня есть второй почти. Хорошо.
О, GG. Санстрайк. Так, санстрайк откайтили. Ага, найс. Вот так вот отвлекся, называется. Забайтился на каталашку. Я чисто забайтился на кату, что вот он суицидит кату, и я тоже должен суицидиться. Ошибка моя. Ошибка моя, конечно. Ладно, сфидели. Что сделать? Антимаг забрал свое должное. Жалко, жалко, очень жалко. Но это лучше, чем я умер бы с Бладстоуном. Потому что с Бладстоуном это жопа умирать. Ненавижу. Вечно по 9 Бладстоунов бегать. Так, антимаг побежал. 9 дэмэджа там. 9, вернее, 9 левел. Что-то там еще у него было. Сейчас на низ ТП делаем. Тупо убиваем. Сейчас ТП. ТП, гоу. 6 секунд и убиваем Хуска. Антимаг тоже на низ, по идее, придет. А, не, антимаг на виду. Все, хорошо. Поехали. Нулик продадим, купим дагер. И пойдем. Бладстоун. Карапас, хорош, мужчина. Мужчина. Отлично. А, он соло, по сути, забрал. Я чисто так на подсосе. Хорошо, дагер имеется. Он рак. Хорош. Главное, ты перехитрил его. Главное, ты его перехитрил. Так, антимейк. Антимейк. Антимуга надо найти. Там еще у нас есть инвокер. Я его тоже изи убиваю. Погнали. Дагер есть. Будем сейчас овер активными. С дагером нужно активничать. 800 хп очень мало. А он идет дальше, хорошо. Сливаем дагер. Если что, Юл первый. Второй ультимейт, и он умирает, по идее, прям под ногами. Заранее ультимейт включаем. Хорошо. Заранее ультимейт включаем и прыгаем. И все, уничтожается. Стакнем заодно сейчас. Оп, хорошо. Стакнули и на рунку. Это ты мне? Лол. Нифига, у него жопа горит. О, все, наигрались, да? А, нет, не наигрались. Так, самая любимая руна на моем персонаже. Ну не лагай. Пожалуйста. Можно поиграть доту? Лол, как я таймингом не попал. Жесть. Я понял. Найс тайминг у меня. Жесть. Я так таймингом прогулялся жестко. Гонки за киллами. Сейчас бы за киллами гнаться. Так, на мид. Next там солбустер. Фигню какой-то Неруб загоняет. Сам станом тоже не попал и начинает меня пылесосить, что я за киллами гоняюсь. Куда? Я ушел, просто все, у меня ничего нету, я просто ушел. Какие гонки за киллами? Чел бестолковый какой-то. Ой, вот это вот 300 IQ. Нерубы вот эти с первым левелом Карапаса. Все, тихо, играй. Вот это вот сидеть в чате, общаться с этим чуваком, вообще резона нет. Там будет антимаг ваш, принимайте. Принимайте вашего антимага там.
За киллами гоняюсь, значит. Вот так вот. Ошибка, конечно, я не отрицаю свою ошибку, что промахнулся таймингом. Но и Неруб бы там никак не забрал, тем более с первого левела Карапаса. Как? Вопрос. Собирался его забирать. Пацана. Я что же, блин? Не робот. Хотя вроде тайминг четко рассчитал. Не знаю. Не удалось просто. Так, продаем стик, покупаем солбустер. В любом случае, при любой погоде. Но еще маловато денег у нас. Выфармливаем тупо. Юл, дагер. И выфармили мы очень быстро солбустер. Конечно, это не лучше. Так, аккуратно выкладываем. Ух, сколько дэмэджа там нанеслось с ультимейта. Жесть. Воспользовался этой темой. Так, вот тут, кстати, был мой стак, по-моему. Если его еще не выфармили. Почти есть у нас Бладстоун. Да, выфармили все уж тут давно. Давайте вот так вот срубим деревья. Зафармим. Сейчас Soul Ring. Его на базу. Возьмем Soul. И погнали дальше. Go тайминги ловить. Все, погнали. Антимага надо ловить. Хотя он в резистах сейчас, я его не убью никак за резисты. Пусть Урса его убивает с урона, с руки. Жаль, что это не херикатка, да? Погнали сейчас искать. Антимага задушили. Вон Урса через башу. Чпекнул. Кентуху я не заберу. Слишком много HP. Но попробовать можно, в принципе. Кто у нас тут? Щинвокера, блин, убивать было бы хорошо. Нормально. Нормально. Блин, еще не хватает. ВХ, попал я в тебя или нет? Не попал. Хиляемся тогда. Сейчас остается чуть-чуть. Он все равно он кидает мне свои треки. Вот вонючка, а. Чисто спонкич. Поднимется на ХГ. Чисто спонкич. Ладно, хрен с ним. Так, юзаем сейчас правильно Soul Ring. Оп, манку. И закладываем. Отлично. Let's go. Next. Let's go, next. Сейчас у нас есть full запак. Ага. С настройки. Значит, у нас тут есть detection какой-то, vision. Берем тепу. Тут через travel будем играть. И линка нам нужна будет в этой катке, я думаю. Против антимага. Но лучше хекс. Сделаем хекс в этой катке. Погнали искать кого-нибудь. Вообще, с варды бы поставить было бы круто. Так, антимаг, он по руне бежит. Антимаг по руне бежит. Было бы круто. Хорошо. Забираем. Опять этот БХ в меня траки свои кидает. Хорошо, что у меня ЮУ. Погнали на топ. Там беготня. О, там еще иншокер. Let's go. Let's go. Хорошо. О, бунти-бунтер. Хорошо. БХ вообще не вылез-то. Вылез-то не в тему. Он такой, эй, а че тут? Суета. Главное, чтоб сейчас антимаг не... А, антимаг 26 секунд. Нормально. Можно вообще некстом Октарин попробовать. Тревел, Октарин. Первая катка такая, ну, прикольная, агрессивненькая. Артефакты дособирать бы еще. Опа, станчика еще сверху ему. Насурса, молодец, душит хорошо. Погнали. Мид. Мартретки нет, мартретки не подарим ТП-шку, потому что у нее фулл слоты. Хорошо.
Тревел летит в любом случае нам. Опа, молодцы. Так, есть. Но минус топ у них. КОТПшку. Вот так вот. Гоу туда. Топ. Поможем ребяткам. Стой. На инвокере. А чё, вы слышали? Маны, говорит, не хватает. Бред. Хорошо. Но походу минус сторону делаем. Армалин. Урса топ ломает, мы тут сломаем. Говорит, маны не хватает. Хорошо. Ломаем стороны. Первая катка такая, ну... В принципе, нормальная. На разогрев. На разогрев пойдет. Некстовые катки, конечно, должны быть у нас более агрессивные. Но они еще не проиграли, там антимаг в кере. Антимаг это... Ну, против Урсы, конечно, и Мартрет тяжело ему будет, но тем не менее. Хорошо, пойдет. Гоу на базу, отойдем. Отойдем. Хорошо. Так, берем. Можно Хекс Октарин сделать. Можно сделать Шиву Октарин. Давайте Октарин в любом случае сейчас сделаем. Просто чтобы был отхил. Будем прыгать. Большой монопул, большой отхил. Руби, она там GG. Да, го, поможем. Посуетимся. Посуетимся. Мартретка нарезает там. Люто. Я станом не попал, бро. Опа, ну. И опа, вот так вот сделаем. Хорош. И Bounty Hunter где-то еще под ногами. Вот сюда, проверочно. Чалька. Не удалось. GG, первая катка прям лютая. Задушили. Пастом, можно сказать. Пастом задушили. GG, меня сейчас овнить будет, да? Опа, станчик под ногу. Не убивается. Так, дофармлим Октарин. Октарин имеется. Хорошо, уходим. Блин, запарили, столько негатива высирают. Чисто как дети тупо сидят негативят. Не попал я станом, рак, что сделать? Что мне сделать, лол? Мартретка вообще под Т4 бежит. Ты под Т4 бежишь и надеешься, что выживешь. Норм. Просто чел бежит, даже если на то пошло, чел под Т4. Вот здесь вот. У пушки стоял. Я тебе мут сейчас дам. Блин, бесят. Жесть, я не могу. Последнее время невозможно играть стало. Вообще невозможно играть стало. Вообще невозможно играть. Тупо все такие профессионалы играют. Один я там такой тупой. Это жесть, ребят, я не знаю. Просто это жестко. Стой, БХ, брат. А, домой. Хорошо.
Ой, Мартрайтка там задушила. Молодец. Давай, я тоже хочу так. Я тоже так хочу. Тоже так хочу. О! Но это тоже, я так тоже хотел, вот и тоже сделал. Не знаю, ребят, первая катка какая-то... Но она такая не очень прикольная была, какая-то негативная, все негативят. Ну, станом не попал, да, ну и что теперь? А можно не продавать, а в Доте 2 лучше и тому подобное, ну я не знаю. Первая катка у нас получилась такая, давайте попробуем сейчас Next'ово, вторую, третью, посмотрим, может будет попотнее немножко, чтобы было именно жестче и интересней. Ну, поехали Next'ово.